За 11 месяцев текущего года ДТП по вине водителей автобусов возросло на 67%, а количество пострадавших в них увеличилось на 66%. В связи с этим полицейские проводят комплексную проверку. С января 2016 года составлено более 500 протоколов на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках профилактического мероприятия проверяют не только автобусы, но и такси. Сотрудники ГИБДД призывают анапчан и гостей курорта делать дороги безопаснее вместе и сообщать о грубых нарушениях правил ПДД перевозчиками в дежурную часть по телефону 8 86 133 4 68 82 и 02.